Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Трое детей, старшему 12 лет, средний 6, от одного отца. С 5 лет старшего до 10 жила я с детьми и моими родителями, потому что с их отцом развелась. Он создал новую семью, хотел жить на две, но я ушла. Дочь отца не знает. Общалась с мужчинами, с некоторыми знакомила детей, когда дочери было 5, а сыну 10, стала общаться с нынешним мужем. Прожили год, родился третий ребенок, расписалась. Муж ко всем детям относится хорошо, но строго. Старший сын астматик. Унижает сестру, ни во что ее не ставит, говорит, что она ему не родня, как можно исправить ситуацию, сын сам по себе не сильно прислушивается, нет авторитета взрослого, в школе проблемы с поведением, на уроках болтают. Теперь стал перерекаться. Ну что же, давайте для начала уточним, что вы имеете в виду под исправить ситуацию. Что для вас является исправлением ситуации. Вот, на самом деле, вот очень не хватает интерактива, потому что если бы вы могли сейчас, прямо сейчас, на этот вопрос ответить, было бы очень здорово, это, в общем-то, дало бы очень много понимания, вот, относительно того, например, что происходит у вас в семье и какая может быть, грубо говоря, ну, проблематика, вот, потому что сейчас, опираясь на ваш, ну, на ваш текст достаточно сложно предположить, ну, чего бы вы хотели. Вот. Какую, например, проблему конкретно вы хотите решать и так далее. Значит, смотрите, ваш сын, судя по тому, что вы пишете, переживает, ну, вот, определенный такой конфликт внутренний, вот, и связан он и с тем, что произошло с его, значит, отцом, да, то есть вот очень важно здесь то, как вы в целом, в принципе, отзывались о его отце, вот, и очень важно то, общается ли он сейчас с папой, вот, потому что очень часто бывает так, что именно вот дети, которые не общаются с своими родителями, они как раз-таки в этом смысле не воспринимают, да, ничьих авторитетов. То есть это вот такая довольно, получается, не случайная история. Вот, потому что есть некоторый такой элемент какого-то бунтарства, да, есть элемент какого-то сопротивления, есть элемент какого-то такого, на самом деле противоречия, вот, но нужно понимать, чем это противоречие вызвано, да, вот.
То есть, ну, в данном случае, например, это противоречие вызвано именно вот с одной стороны ситуация с папой, с другой стороны ситуация с сестрой, вот, которая не знает отца, а с третьей стороны это третий ребенок, вот, который сейчас у вас родился, и, соответственно, все это дает мальчику, по-видимому, некоторое такое ощущение, что он, в общем-то, никому не нужен, да, он, в общем-то, лишний и так далее. А даже, ну, даже при том условии, что это не так, да, вот. Соответственно, любую какую-то любую претензию к себе ребенок воспринимает негативно, вот, как критику, как вот что-то такое достаточно болезненное, я бы сказал. Вот, и, на мой взгляд, к сожалению, это нормально. То, что вы хотите, как вы говорите, ситуацию исправить, ну, не добавляет, в общем-то, никакого позитива в эту историю. Вот, к сожалению, потому что есть ощущение, что ребенка своего вы не слышите, вот. Есть ощущение, что хотите вы, чтобы ребенок, значит, ну, делал то, что вам нужно, вот, и есть такое ощущение, что, ну, просто вот вы хотите как-то того, чтобы мальчик был удобным, вот. При том, что его что-то задевает. Вот. Его что-то задевает. Нужно учиться находить контакт с ребенком. Вот. Учиться слышать его, слышать себя, вот, и овладевать навыками бесконфликтного общения, вот. Также я рекомендовал бы почитать книгу Юлии Борисовны «Гиппенрейтер. Общаться с ребенком как?». Ну вот, это довольно полезно будет, на мой взгляд, для вас. Вот, ну и посмотреть на то, какие чувства вызывает у вас эта ситуация. Вот, то есть, например, как бы, как получается так, что вам важнее то, что, например, ваш ребенок себя ведет, да, а не то, например, да, ну, допустим, чем он занимается, да, не то, например, допустим, чем он увлекается, не то, например, допустим, что ему нравится и так далее. То есть вот это вот история, то, что волнует вас, его поведение, да, его поведение. Это история про то, что вы как-то, ну, вот, требуете, хотите, чтобы ребенок был правильным. Потом повторюсь, что у него есть
определенные проблемы, у него есть определенные потребности, которые, судя по всему, ну вот, по его ощущениям, да, они слышат. Вот. То есть его не слышат. Его не слышат. Потому наша задача, она в том и заключается, чтобы как раз таки услышать его, услышать то, что ему нужно, то, что ему хочется, вот, услышать его. Не обязательно давать то, что он хочет, но услышать это важно. Вот. Чтобы вам услышать его, вам нужно, в принципе, научиться слышать себя. Вот. И для того, чтобы слышать себя, нужно вот вообще задать себе вопрос, да, вот как я, ну, сейчас живу, да, то есть что я хочу, что я делаю вообще, как бы, счастлива ли я, да, на что нацелена моя активность, ну и так далее. Вот эти все вопросы, вот. Все это разбирается с психологом, поэтому выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Я думаю, что гармонизировать можно. Не исправить, а именно гармонизировать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.